завершил на 10-м месте в чемпионате. Кроме того, команда добралась до финала Кубка России, в битве за который, правда, уступила столичным «Локомотивам». Очередной чемпионат стартует уже в июле. Первые игры подопечные Дмитрия Парфенова проведут на домашнем поле. Так, 14 июля «Шмели» примут Уфу, а еще спустя неделю – «Ахмат». Екатерина Лешакова, Игорь Коломеец, Евгений Еремеев. Новости Екатеринбург. На этом пока все. Если у вас есть что рассказать, звоните нам по телефону, который вы видите на экране. Я обещаю, самые важные темы не останутся без внимания. Еще больше информации можно найти на нашем сайте и на наших страницах групп в социальных сетях. А я с вами прощаюсь, желаю вам хороших выходных и до скорой встречи в эфире. Отпуск близко. С кредитной картой Банка Восточный по ставке 0% на 3 месяца. Приходите 19 и 20 июня в Банк Восточный. Курорт Увильды. Один из лидеров в очищении, омоложении организма на клеточном уровне с коррекцией веса. В сочетании с лечебными природными факторами, радоновыми водами и сапропелевой грязью. Курорт Увильды. С заботой о вас. Помогать легко. СМС со словом «Чудо» на номер 7878 поможет спасти детскую жизнь. Ты ему нужен. Отпуск близко. С кредитной картой Банка Восточный по ставке 0% на 3 месяца. Приходите 19 и 20 июня в Банк Восточный. Выпуске. Заслуженное признание. Директору по общим вопросам УГМК вручили государственную награду. Тюнинг «Локомотива». На тепловозе в Кировграде нарисовали огромного осьминога. И мнение эксперта. Реновации промышленных районов города. Заслуженное признание. Полномочный представитель президента России в Урфе Николай Цуканов вручил государственные награды жителям Уральского федерального округа.